Давайте походим, посмотрим. Ах ты, дурак! Ну блин, а. Ну это прикольно. Замочил меня. Такой смех идиотский. Кого-то мне напоминает. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, называется режим FNAF 5 ночей. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Этот режим очень классный, мне показалось, что здесь очень сложно выживать, здесь какие-то плюшки есть, но мне почему-то на них еще не хватает бублища. Поэтому мы в этой серии постараемся заработать хотя бы себе на фонарик. Давайте посмотрим, что здесь вообще представляет этот режим. Теперь на моем канале будет выходить Roblox через день с Гаррис модом. И я буду записывать какие-то очень прикольные режимы FNAF. Поэтому можете писать названия режимов в комментариях. И я буду смотреть на них. Если они будут крутые, то я их буду записывать. Выжить ночь. Так и называется. Все отлично. Ого, сколько здесь людей. Я сразу скажу, этот режим не смотрел. Просто было интересно, что здесь и как. А здесь просто движуха. Ничего себе. Классный режим. Мне нравится. Привет всем, привет. Давайте включим чат, может что-то будет нам по чату интересно там. Хотя нет, не, давайте без чата, без ничего, чтобы не отвлекаться. Ну, мы можем открыть, закрыть. Включить свет. Выключить свет. А, что мы еще можем? Да, можем выживать. О, камеры. А как камеры смотреть? Может что, все их смотрят и я не могу посмотреть? Эй, как камеры смотреть? Ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что я записываю ролики каждый день. И теперь будет выходить 2 ролика в день на моем канале. В 2 раза больше контента. Надеюсь, вы это оцените и будете смотреть мои ролитосики. Буду стараться записывать 2 разных игры. Ну а там по возможности, может... Ну 2 Гаррис мода, наверное, не буду, но 2 Роблокса точно будет выходить. Потому что в Роблоксе очень много классных режимов. И я посмотрел по ФНАФу, там несколько страниц, а на одной странице 50 режимов. Может, надо мне отойти? Может, надо вот так нажимать? А как смотреть режимы, ребята? Кто знает в этом режиме, как смотреть камеры? Не знаю, что-то не смотрю. Может, уже энергии у нас нету? Так, отключаем свет. Может, F, M, N? Не работает почему-то. 36 и 1. 34 и 7. Это что у нас? Получается, тратится энергия? Так, давайте пока мы посмотрим, где здесь аниматроники и что они из себя представляют. О, я вижу аниматроника. Балун бой у нас тут есть. А, спринт-трап. Да. Все отлично. Давайте... О, ё-моё, ты что, псих, что ли? Ребята, уже успела меня убить. Очень стрёмно. Так, продолжаем, продолжаем. Что у меня было? Баллы 0. Давайте посмотрим, что здесь надо. Очки 1. Ага. 230 очков. 750. 1500. Так, а как же хотя бы на фонарик заработать? Бита есть. Ну что, получается, можем бить аниматроников? Бластеры какие-то прикольные. Все у нас тут по красоте. Опа. Выжить ночь. Я что, проиграл сразу? Ух, я уже запереживал, что я проиграл. Эй, ребята, как камеры смотреть? Может, левая кнопка мыши, правая Е? Не работает почему-то. Может, надо еще открывать умение смотреть камеры? Или когда, наверное, много людей смотрит, мы не можем выбирать камеры. Короче, я знаю, что можно в Roblox выбирать сервера. Надо было выбирать серверов, где очень мало людей играет. Может, было бы прикольнее. Ну, а в то же время и прикольно, когда много игроков. Я понимаю, что... О, я вижу, как он бегает, Фредди там. А, близко до аниматроников нельзя подходить, они сразу убивают, даже на большом расстоянии. Вот, я слышу, кто-то умер. Так, мы тут клацаем все кнопки подряд. Так, кексик не работает, бумажки какие-то похожи на снежки. Эй, давайте закроем дверь, ребят, ну стрёмно же. Выключим здесь свет. Кем я играю? Они сейчас сольются, закрывай двери. Так, никого не впускать, никого не выпускать. Давайте прямо вот так по головам походим. Ну зачем вы двери закрываете? Открывайте, я же боюсь, что мы проиграем. Так, здесь прикольные у нас картиночки, все по красоте. Девочка, ну заходи, заходи. Не успел. А, успела, молодец.
Так, что там у нас, аниматроники есть? Блин, если я сейчас опять сольюсь, то это будет плохо. Давайте постараемся все-таки хоть одну ночь затащить и посмотрим, сколько мне дадут баллов. Отлично, отлично. Мы прошли, получается, так? Батарейка села. Ноль, минус ноль. Точка, как... Это странная цифра. 8 миллионов. Да что мы все слились? Это что? Че так сложно? Че делать? Эй, мы че все сливаемся? Может, надо убегать от них? Даже и не знаю. Так, VIP у нас рум. Фонарика не хватает. Очень сильно не хватает фонарика. Но надеюсь, мы его все-таки сможем когда-то открыть. О, что тут появился? Так, пружинка. Я аниматроником могу стать? Так, это, наверное, в следующей серии мы уже аниматроником побудем. Я так понял, что можно. Вот фонарик, вот фонарик. 199 очков надо, чтобы взять фонарик нам. Да? Да. Так. Попробуем так мышкой поклацать. Может, все-таки можно? Нет, я не могу камеры смотреть. И это очень странно. Так, ребята, кто знает этот режим, напишите, почему мы не можем пройти эту ночь. Надо убегать? Или надо просто здесь стоять и чекать, вовремя закрывать двери? Тю, блин, это человек обычно пришел. Может, то, что все открывают, закрывают двери, поэтому мы не можем каким-то образом затащить. Ну да, не клацаются. Но мне нравится, когда вот такая вакханалия. В этом есть какой-то прикол, что прям сложновато. Убил фиолетовый челик, вы видели? Да пропустите. Он сейчас сюда зайдет, и мы все сольемся. Ребята, рекомендую свалить. О, я в шкафу сижу, да ладно. А так что, можно было? Да, фиолетовый челик псих. Давайте походим, посмотрим. Ах ты, дурак. Ну блин, а. Ну это прикольно. Замочил меня, такой смех идиотский. Кого-то мне напоминает этот смех. Так, я вон вижу, опять бегает за подписчиками. Я иду в офис, я иду в офис. Откройте дверь, надеюсь, они не успеют закрыть. Эй, открой двери, пожалуйста. Тут фиолетовый челик бегает. Быстрее, быстрее, быстрее. Эх, блин, сложноватый режимчик такой. Если он сюда зайдет, он всех подчекает? Нет, никому не открывайте. Так, в следующий раз надо, короче, создать сервер, где я буду один. А если я буду один, могут ли аниматроники играть заскриптованно? Или они играют игроки настоящие? Вот это уже интересно. Смех такой идиотский. Ну, затащу я, не затащу эту ночь. Очень странно. Ну и при этом очень интересно. Отлично, отлично. Пока мисс, ребята, получается так-сяк. Но почему-то мне не добавилось ни одного балла. Это очень странно. Баллы это бачкинские, правильно? Выживание 0, баллов 0. Ну мы же выжили. Да почему мы опять слились все вместе? Может, надо выходить? Да не... Это прикольно. Очень непонятно и очень прикольно. Как же сделать так, чтобы выжить? А куда он пошел? Давайте за ним сходим. Оу, это получается с другой стороны совсем зашел. Интересно. Тут Фокси стоит, тут Фокси. Идемте быстрее в офис. Надеюсь, когда-то там и про... А если вот тут буду... Нет, дверь открывается все равно, когда захожу. Отлично. Выжить ночь. Может, когда, короче, сыграет эта музыка, а может быть, надо выйти с офиса? Короче, мы проверим, ребята. Сейчас пройдет ночь, и мы выйдем с офиса. Надеюсь, у нас получится это сделать. Давайте посмотрим, может, что-то в чате написали. Нет, ничего не пишут. Просто, может быть, написали, а, как проходить. Но ничего не написали. О, слышите? Прикольные звуки, очень классные звуки на этой карте. Мне нравится озвучка на высоте. И такая музычка атмосферная играет, знаете, как будто техника гудит. Слышите, как кто-то чикает там ножиком? Слышь ты, рот закрыл. А давайте мы отдалим и попробуем так поклацать. Не работает. Эй, мы сейчас умрем. Так, в этот раз надо реально постараться выйти каким-то образом. Ты что толкаешься? Не толкайся. Ого, у него светящийся меч. Не пускаем его. Пускаем. Заходи. Не успел? Да не успел. Успел. Так, отли... О, видели, кто там стоит? Аниматроник. Че-то большой игрок. О, нет.
Эх, что ж вы? Это Sister Location. Тут что, получается, всех частей приходят? Ребята, как, кто знает, как зовут этого аниматроника, напишите в комментариях. Самый первый, кто напишет, попадет в топ-комментарии. Потому что я с Гарри Смода всех знаю аниматроников. Даже Фантайм Фредди пришел. Представляю. Не подходите! А у тебя надо выйти каким-то образом, да? А! Да блин! Вот кто вышел, он выжил! Я видел, он выжил! Fucking shit! Ну ничего, ребята. Давайте попробуем еще раз. Все-таки надеюсь, у нас... У нас получится! У нас все получится! Так, ну что? Выиграло всего 2 человека. Сложно. Но при этом все возможно. Блин, знаете, большая толкотня очень, и не, очень сложно было выйти. Они меня прям, знаете, загородили путь. И реально тяжело было выйти. Че, по кругу хожу, никак до офиса не дойду. Надо быстрее это сделать, потому что здесь аниматроники очень жесткие. Все, закрываем. Все, сидим. Так, это что у нас, энергия? Ага, получается, у нас садится энергия, поэтому проигрываем. Все сходится. Или нет? Сейчас разберемся. Сейчас я реально постараюсь прям выйти, когда кончится энергия. Опа, уже пошло. Спринтрап пришел. Инарда уже нету. Ты че, одна рука от нашего подписчика, ой, подписчика, от нашего челика осталась. Он сейчас зайдет сюда? Надо свалить. Ребята, мне кажется, вы сейчас все умрете. Стоит и ничего не делает. Наверное, не убьет. Блин, я даже не знаю, можно на него смотреть? Нельзя. Убивает даже в офисе. Он в офисе уже. И оттуда идет. Это трындец какой-то. Слышь, ты, уходи. Да вы выгоните его. Вы сейчас умрете. Девочка, ты сейчас умрешь. Он сейчас будет... А я смогу отсюда? Отсюда. О, я могу отсюда открывать двери. Нифига себе, это реально... А ну... Да! Я могу прицелом наводиться на дверь и открывать ее даже на километр расстояние. Смотрите. Оп. Оп. Ха-ха-ха! Мне это нравится. Прикольный режимчик. Надеюсь, вам тоже зайдут эти все режимы по Roblox, потому что они неизведанные. И там есть прям реально хардкорные режимы, где прям сложно-присложно играть. Это один из них, потому что я еще ни разу не затащил. Ха-ха-ха! Ну ничего, затащим. И не таких тащим. Он уже с этой стороны пришел. Нет, мы туда не подходим. Здесь у нас... Что, я думал, это аниматроника? Это... Человекс. Так, все хорошо. Все отлично, тащим. Давайте от третьего лица немножечко поиграем. Вот. Я выхожу. Я выхожу. И проверим, выживу я или нет. Хоть бы одно выживание сделать. Отвали. Ребята, мы выжили. Нам дали $480 и одно выживание. Теперь мы сможем купить фонарик. Идемте же купим быстренько фонарик. Быстрее. Где у нас тут фонарик с этой стороны был? Я помню, он там находится. Так. Чили Пинкс. Очуметь. Если вам понравился этот режим и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, Instagram, TikTok. И если ролик наберет 3000 лайков, мы запишем еще этот режим. Ну а всем отличного настроения и всем пока.